Карагандинский зимний сад вновь удивил новым открытием. Настоящую японскую атмосферу окунули самые искушенные гурманы нашего города. Ресторан «Садре» представил на суд посетителей 72 блюда изысканной японской кухни. На вкусном суши-вечере побывала Аида Ибраева. Кульминацией открытия суши-бара в ресторане «Садре» стало удивительное шоу. Барабанная дробь заполнила весь зал. За один вечер посетители карагандинского зимнего сада прониклись традиционным японским колоритом. Новое меню, состоящее из 70 блюд японской кухни, изысканный интерьер заведения, божественный танец цветущих девушек. Гостей вечера ожидало немало сюрпризов. Более того, все желающие сами могли попробовать изготовить экзотическое японское кушанье. Со дня открытия изысканное заведение сразу же завоевало признание и любовь теперь уже постоянных посетителей. Вся эта зелень живая, оказывается, да? То есть интерьер какой, как все интересно сделано. То есть мы вроде пришли, вот такой приятный свет, приятная музыка. То есть суши, это может быть такой тихий, спокойный вечер провести можно. В кругу близких друзей, там, нескольких пар, да? Но это не скучно. Это, оказывается, не просто поесть прийти, да, а так интересно. То есть вот здесь мы икебану учились делать. Это, ну, замечательно. То есть ты что-то находишь, вот фигуры здесь двигающиеся, какие-то девушки, опять же, в каких-то растительных орнаментах, да. То есть я думаю, что вот это современно очень. Мы сделали небольшой памятный такой подарок, где желаем всему коллективу дальнейших творческих успехов в их работе, клиентам, чтобы было приятно здесь всегда находиться и посещать. И, конечно, здесь очень вкусно готовят. Идея создания заведения, где каждый сможет почувствовать себя словно в сказке, родилась не сразу, говорит один из организаторов суши-вечера. Хозяйка заведения Сауле Татишева, у нее была давняя мечта сделать зимний сад такой, как есть в Англии, такой, как есть в Италии, воплотить частичку Европы здесь у нас, в Казахстане. И поэтому была такая задумка построить зимний сад. Было много сложностей, но мы их преодолели. Еще немало сюрпризов предстоит ожидать от предприимчивых хозяев зимнего сада. Совсем скоро посетители заведения ожидают уютные вип-комнаты, где в более уединенной обстановке можно будет отдохнуть большой компанией. Аида Ибраева, Толеген Рашитов, Марат Култенов, Первый карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль.